3 недели назад к нам поступила собака. Собака бездомная. У него была автотравма, его сбила машина. При травме повредился глаз. И состояние в целом собаки было довольно тяжелое, так как у него был гидроторакс. Это жидкость в грудной полости вследствие травмы. И была сломана задняя конечность, бедренная кость. Сначала пес был оставлен на стабилизацию, потому что в таком состоянии оперировать заднюю конечность ему было нельзя. В экстренном порядке удалили глаз, к сожалению, его сохранить не получилось. Вот, поэтому собаку назвали Кутузовым. Теперь он у нас Кутузов. Вот, и совсем недавно прооперировали заднюю конечность. Вот, был проведен остеосинтез. Сделали ему искусственную связку головки бедренной кости. Сейчас он чувствует себя довольно неплохо. Вот, единственное, что собака находится в сильном стрессе. Он очень пугливый. Вот, но он довольно добрый, хороший пес. Он уже ходит сам, он уже сам передвигается. И этот пес ищет дом. Владельцев у него нет, но сам по себе он очень ласковый. We'll be right back.